По новому роману Стивена Кинга снимут сериал. Компания Media Rights Capital приобрела права на экранизацию нового романа американского писателя Стивена Кинга «Аутсайдер» The Outsider. По новой книге Стивена Кинга «Аутсайдер» The Outsider, вышедшей в мае этого года, будет снят сериал, производством которого займется компания Media Rights Capital, MRC, сообщает Deadline. Компания намерена снять 10-серийный телефильм по мотивам романа. Отмечается, что Стивен Кинг может занять должность исполнительного продюсера. Outsider рассказывает о том, как в вымышленном американском городе полиция арестовала спортсмена Терри Мейтланда по обвинению в убийстве маленького мальчика. Однако ни сам Терри, ни детективы не могут себе представить, что на самом деле является причиной этой и других трагедий. Ремейк «Оно» стал самым кассовым фильмом ужасов в истории. Ранее сообщалось, что экранизируют роман Тим Минакера Стивена Кинга. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://timmycorrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.